Скажите мне, вы уже наблюдали сцену в Ярославском цирке? Пока нет. Нет, не наблюдали. Смотрите, там матерый цирковой бобер был в очередной, там, сотый раз поднят на жердочке под купол. И, качаясь на огромной высоте, прямо над публикой, он долго и обильно мочился с высоты в ее восхищенные глаза. А глаза это не первый раз, что ли? Нет, это известный номер. И в этом, собственно, весь номер и заключался. И видели бы вы потом ухмылку этого бобра. А диверсию совершил Вася Уткин, потому что с утра он мне прислал это видео. И я делаю сейчас все возможное. Я гоню от себя эту ассоциацию. Я, в общем, возмущен собой. Я практически написал на себя заявление, но я не могу избавиться от ощущения, что ежегодное послание Путина Федеральному собранию чертовски напоминало именно это бобровое шоу. С той только разницей, что наш бобер решил заменить цирк в конце номера, угу. Да? Ну, еще ярославские зрители, они ржали, но вытирались, а поповско-чиновничий мир, собравшийся на послание, он благоговейно хранил Божью росу на лицах своих и хранит, судя по всему, на побледневших своих харях все это до сих пор.